Во-первых, я объявляю, что 10 июня в 16:00 я объявляю о национальном марше под названием «За честные выборы». Приглашаю всех жителей страницы, столицы, всех граждан Молдовы, будут наши активисты со всей страны. Встречаемся все у цирка, сбор с 16 до 17:00. В 17:00 плавно, под песни, хорошие, добрые, мы движемся в сторону площади Национального собрания, где проведем небольшой или очень большой митинг. Время покажет.